сейчас будет новая игра. Тебе нужно будет вот этим синеньким мячиком навести на изображение фрукта. Пятилетний Богдан с азартом приступает к заданию. Собирает лакомства для совенка. Интерактивная техника предлагает разные варианты занятий. Мне понравился играть фокус-покус. Там есть волшебная палочка. Здорово. Компьютерная игра развивает координацию и мышление, делает учебный процесс интересным и привлекательным. Во-первых, у ребенка легко создается мотивация. А в детском возрасте это, ну, особенно трудно. Может долго удерживать это внимание, выполняя сложные задания. Движение тела, то есть вправо-влево, быстрее, более гибко, ловкость, скорость. Синий треугольник. А маленький Артем изучает цвет и форму. Шкаф с разными кубиками, брусочками и веревочками для ребенка – настоящий волшебный сундук. В нем, как в сказке, десятки загадок и игр, огромный простор для занятий. Сейчас посмотрим, у кого дорога длиннее. Так, к примеру, малышей готовят к письму, формируя графомоторные навыки. А магнитный лабиринт еще и развивает концентрацию внимания. Оборудование Пертри тренирует восприятие и память, мышление и речь. Развиваем восприятие цвета, размера, соединение в одном предмете, несколько характеристик восприятия. Вроде бы как игра, а на самом деле очень серьезное развитие и коррекция. Коррекционный комплекс стоит около 1 000 000 рублей. В Тюмени подобное оборудование есть лишь в нескольких детских садах. Данное оборудование детский сад приобрел за счет финансовых средств гранта фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Наш коллектив очень рад, что у нас имеется такое оборудование, которое позволяет нам развивать детей, готовить их к школе. И мы надеемся, оно поможет эффективно заниматься и получать эффективные результаты. А пользу от занятий уже заметили не только педагоги, но и родители. Архип, к примеру, научился считать. 1, 2, 3. Развиваются не только математические способности, но в комплексе развиваются и восприятие ребенка, и память ребенка, и, соответственно, речь, ну и, конечно же, мыслительный процесс и логика. Оборудование позволяет оказывать коррекционную помощь малышам с аутизмом, задержкой развития и речи. Однако оно пригодится и для развития остальных малышей. В детском саду уже приступили к занятиям.